В Москве сносит советский кинотеатр «Баку». Построенный в 70-е годы и выдержанный когда-то в стиле азербайджанской архитектуры, он был главным досуговым центром этого района. Совсем скоро на этом месте начнется новая стройка. Что это будет за здание и самое главное, что будет внутри, нам рассказали в компании застройщика. Так кинотеатр «Баку» выглядел несколько лет назад. Сегодня он превратился в руины, чтобы уже в 2021 году стать современным зданием, которое будет выглядеть так. Реконструкцию здания проводит компания «Эдисон Энерго». Порталу «Москва-Баку» в пресс-службе компании рассказали, что они планируют построить на месте кинотеатра «Баку». Старое здание уже практически разрушено. На его месте будет построен новый четырехэтажный районный центр. Советское здание было выполнено в стиле азербайджанской архитектуры. По новому проекту в новом здании элементов национального колорита Азербайджана пока не будет. А вот оригинальную надпись на фасаде «Баку» восстановят с помощью технологии 3D-сканирования и воспроизведут в современных материалах. Автором проекта выступил британский архитектор Аманда Левит. В новом здании «Баку» будет 4 наземных и 1 подземный этаж, где разместятся большой кинотеатр, творческие спортивные секции, досуговый фуд-холл и летняя терраса на крыше. Центр планируют открыть в начале 2021 года.